это видео. Сегодня проходит медиа-день. Здесь было много станций. На этой станции была общая фотография. Здесь мы делали портрет. Там брали интервью. Очень прикольно все, прекрасно. Все очень понравилось. Сегодня многие парни почувствовали себя настоящими профессиональными спортсменами. Поэтому это очень круто. Фотографии — это на самом деле какая-то, наверное, отдельная история. Мы это делаем не часто, поэтому она, наверное, иногда тяжеловато. Но для меня это вообще в кайф. То есть иногда хочется и пофоткаться, и подурачиться, и чтобы были красивые фотографии, смешные и веселые.